конечно же, смотрите на их зубы, господи! Они сейчас ее убьют, только не это! Бежим, Маста, скорее! О, черт, вы это видите! Чё творим, бро? Меня зовут царь Геодис, и бро, сразу же, бри, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду! Ведь, поди, ты же знаешь, вперёд время суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я, как вижу, прочим, без него очень нравится быть под нами! Так что, скорее, вступай в мою суприм-банду, чтобы быть в своей банде на ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И Суприм-банда, сегодня будет реально жесткое видео, потому что сегодня я хочу проверить новую легенду про Among Us. Уже ранее, банда, мы проверяли одну легенду про эту игру. В той легенде говорилось, что в 3 часа ночи в Among Us открывается скрытая версия. И так и случилось, банда, это была полная жесть. Я сыграл в этот демонический Among Us XE, и то, что там было, просто жуть. Советую, банда, посмотреть то видео, я все еще в шоке от того, что тогда было. А сегодня, банда, мы проверим абсолютно новую легенду. Только уже мы не будем играть в игру Among Us. В этой легенде говорится, что если в 3 часа ночи посмотреть проклятый фильм Among Us, то будет происходить какая-то жесть. Банда, нашли этот проклятый фильм Among Us. Как оказалось, он был в обычном интернете. И сегодня в 3 часа ночи мы его посмотрим. Я не знаю, что будет после просмотра, но я уверен, будет жесть. Тем не менее, банда, давайте на этом видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я проверю еще одну легенду про Among Us. А также, банда, напишите в комментариях, возможно, вы знаете какие-то легенды. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм Насти. В своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм-банда. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что будет скорее, ссылка в описании, ставь лайк. А мы тем временем идем смотреть проклятый фильм Among Us. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Мы уже все приготовили для того, чтобы смотреть проклятый фильм. Я очень переживаю, банда, потому что не знаю, что может со мной случиться. Тем не менее, давайте уже начнем просмотр фильма. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. Именно в это время мы можем включать эту проклятую версию мультфильма. Тем не менее, банда, давайте уже начнем наш просмотр. Окей, банда, я запустил этот мультфильм. Просто посмотрите, что вообще не так с этой картинкой. Почему она так сильно блымает? Окей, нам показала двоих предателей. Я думаю, мы будем за ними наблюдать или как? Окей, в принципе, пока что ничего примечательного. Все происходит как в реальной игре. О, посмотрите, это типа ребенок. Она типа с ребенком ходит на этом воздушном корабле. То есть космическом корабле. Окей. Они чинят реактор. Она просто ушла. Прошла через люк, господи. О нет, импостер выпрыгнул из люка. Просто жесть. Хоть бы он ее не убил, я очень за нее переживаю. Это не маленький ребенок. О, господи, просто жесть, банда. О нет, чтобы обезвредить реактор, ей нужно две руки. А у нее только одна. Она не может ничего сделать. Она сейчас умрет просто. Господи, нет. О, мне кто-то пришел, посмотрите. Ей кто-то помог. Возможно, это отец того ребенка. Окей, они знакомятся. И похоже, они даже немного в друг друга влюбились. Ребенок так отреагировал, как будто он знает, что это импостер. Тем не менее, они все же знакомятся вместе с ним. И ребенок довольный, это главное, похоже. Окей, в принципе, пока что ничего страшного. Лишь какая-то любовная история. Но анимация очень сильно пугает. Окей, что происходит? О нет, к ним пошли два импостера, банда, вы это видите? Это просто жесть, посмотрите на их зубы, господи! Они сейчас ее убьют, только не это! О господи, куда побежал ребенок? Просто посмотрите, они ее убили, нет! О господи, ребенок теперь остался сам без мамы! Это очень грустная история, банда, просто посмотрите! Неужели они сейчас убьют ребенка, банда? Это просто жесть! О господи, на этом порвалась анимация! Они реально убили ребенка, вы это видели? Что это? Погодите, что-то пришло на телефон. Господи, что это такое, банда? Здесь написано не продолжай смотреть, вы это видите? Мне написал какой-то неизвестный номер, это просто жесть! Здесь реально написано не продолжай смотреть! Неужели это все из анимации Among Us? Просто посмотрите на это, банда, я в шоке! О господи! Окей, не знаю, давайте уже продолжим смотреть анимацию. Я не знаю, что вообще происходит. Откуда это у меня, как мой номер? Тем не менее, банда, давайте продолжим наш просмотр. Окей, банда, я продолжаю смотреть. Просто жесть. Что это вообще за сообщение?
Господи, мы смотрим всего лишь обычный мультик. Ничего плохого не должно же было произойти. О, господи, он снова прислал, посмотрите! Я убью всю твою семью, если ты продолжишь! Это просто жесть, паны, вы это видите! О, господи, мне очень страшно! Тем не менее, давайте продолжим смотреть, что вообще происходит, такая жесть, господи! Окей, мы продолжим смотреть мультик, здесь импостер, посмотрите! Он сейчас убьет свою жертву! О, господи, что это? О, господи, что это такое? Просто посмотрите, он отправил какой-то рисунок. Здесь на рисунку я и твоя семья, как будто импостер убивает обычного экипажа. Просто посмотрите, я увеличил эту картинку. Это такая жесть. Мне просто в это не верится, панда, вы это видите? О, господи, что вообще происходит? Откуда у этого маньяка мой номер? Возможно, это все из Among Us. Among Us еще у меня в телефоне, возможно, как-то считывает мои данные. Тем не менее, панда, это просто жесть. Окей, давайте просто назовем эту анимацию и все. Господи, я в шоке, кто это вообще такое, что он мне пишет? Окей, бан, у нас здесь анимация про импостера. Просто жесть, господи. Я очень напуган, черт возьми. Окей, он снова кого-то убивает. Я просто уже из этих сообщений пропустил всю анимацию, не понимаю, что происходит. Окей, тем не менее, мы видим, как импостер убивает очередную жертву. Просто жесть. Окей, кто-то нажал на кнопку. О, господи. Неужели тебя уже выгонят импостера? А, он притворился, что он слишком милый, и теперь ему все поверят, никто его не выгонит. Это просто жесть, супербанда. Окей, сообщений больше никаких нет от этого чела, этого маньяка. Просто жесть. О нет, импостера не выгнали, банда. Выгнали совершенно другого, вы это видели? Господи, сейчас продолжит убивать всех. О, черт, просто жесть. Что-то странное начало происходит, банда. О нет, он типа его помог и сразу же его убил, это просто жесть, банда. Вы это видели? Окей, импостер продолжает всех подряд убивать. О нет, он сейчас его убьет. Он так беспамятно всех убивает, как будто его вообще никто не видит. Вы это видите, банда? Эта анимация очень странная, нереалистичная. О нет, все-таки кто-то заметил за репортер. О, неужели сейчас его выгонят? Нет, они не выгнали его, банда. Просто жесть. Он продолжил всех убивать. Выгнали опять маму, вы это видели? Она была с ребенком. О, господи, он просто всех подряд убивает, банда, вы это видите? Неужели сейчас забьете ребенка, банда? Это просто жесть. Что вообще происходит? На этом анимация оборвалась. Он тоже убил ребенка. Это просто жесть, супербанда. Это очень странная анимация. Я не понимаю, что происходит. Окей, супербанда, мы посмотрели эту проклятую анимацию. Это была просто жесть, потому что во время анимации мне кто-то писал и угрожал. Вы просто это видели? Посмотрите. Здесь реально угрозы. Он просто угрожает, что убьет мою семью. Но все же, банда, меня больше пугала эта фотография. Мне кажется, что здесь реальная кровь. Он нарисовал, как он убивает мою семью, это просто жесть, супербанда. Окей, тем не менее, я рад, что все наконец-то закончилось. Очень надеюсь, что больше ничего не будет происходить. Тем не менее, супербанда, анимация была очень страшная. Я уверен, и также испугались. Меня больше всего пугало то, как она выглядела. Тем не менее, все наконец-то закончилось. Очень надеюсь, что больше ничего не будет происходить, потому что мне уже страшно. Господи, просто посмотри, мне звонит какой-то неизвестный номер. Возможно, это этот маньяк, черт. Окей, я думаю, нужно взять трубку. Это еще видеозвонок. О, господи, окей, я беру трубку. Алло? Алло, вы меня слышите? Эй, кто это? Кто это? Господи, супербанда, это была просто жесть, вы это видели? Это был, похоже, какой-то маньяк, а на фоне было слышно космический корабль, там была сирена, а еще было слышно рычание другого импостера, то есть они реально существуют. Это просто жесть, супербанда, вы все это слышали? Мне просто в это не верится. Он угрожал, что он реально убьет мою семью, а та фотография в конце, он как будто отрубал мне половину тела. Я выглядел как будто в реальной игре Among Us. Это просто жесть, супербанда, что вообще происходило? Что это, господи? Неужели это он, супербанда? О, черт, только не это, еще этого не хватало! О, господи! Эй! Кто здесь?
Черт, нужно прятаться, это просто жесть! О, господи, банда, это просто жесть! Что ты услышал? Не знаю, там было какое-то рычание. Возможно, это реальный импостер, господи. Черт! Бежим, Мастер, скорее!